Так, привет, друзья, всем, у кого стресс, натуральный продукт «Тайна тайги», антистресс, чайный напиток, новинка. Здесь 50 фильтр пакетиков по 0,6 грамма. В общем, я попробовала, он, да, действительно успокаивает, но сильно вот какого-то определенного аромата или мяты, или зверобоя я здесь не чувствую. Просто такой, как... Чаечек. Второй фильтр-пакет я на работе выпила. Мне нравится. Если вы найдете, где в магазинах своего города, обязательно попробуйте. Он в районе 300 рублей, кажется, стоит. Утоляет даже жажду. Ну, потому что есть здесь мята. Я очень люблю мяту. И все, что с ней связано. В общем, такая упаковочка. Срок годности нормальный. Дары дальневосточной тайги для вашего здоровья. В принципе, мне понравился. Там много всего было у нас в магните. В общем, так он выглядит. Кто... не любит сильно концентрированные чаи, можете купить, попробовать. Я думаю, вам понравится. А теперь давайте пойдем на День города. Привет, вот мы и в Белореченске. День России, все прыгают. Сейчас пойдем в парк, посмотрим, что интересного. Много ларьков здесь. А дальше фонтан. Смолевич, пойдем дальше. Любители голубей. Это типа варвариса что-то. Здесь у нас музыкальная школа и имени, чего-то имени, не помню. Капитан Иван Ефимович. Тут цветы. Свежие относительно, шутка. И тут что-то цветет, типа капуста цветного, но не съедобная, а декоративная. Сейчас перейдем дорогу, и я пойду к подруге на работу. Красивые лилии, кстати. Очень красивый дом. Любителям кошек, ну что вы? Кошка? Ну, надо же. Нет у меня ничего поесть для вас, увы. Сколько вас много, а? Надо же, у рыжей кошки серый котенок. Обалдеть. Тут у нас парикмахерская на углу.
Даже вишни. Хотя у нас дома вишень больше. Но вот такие они, не совсем красные. Еще будут зреть. И на мне Гэри Вебер плюс сайз. И тоже это Гэри Вебер. В общем, сейчас дальше пойдем гулять. Я даже немножко похудела, да. Мышцы у меня появились. Надо же. Прикольно. Это может мешать. Штаны классные на самом деле, и целлюлит не очень сильно виден. Вообще как будто его нет. И на ногах кеда классная обувь тоже. Просто супер. Я на, кстати, на босую ногу. Ну что же, а теперь мы дальше пойдем в центр. Посмотрим, что изменилось в Белореченске. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я забыла выйти, не успела.